Здравствуйте, дорогие друзья. На связи HomeHit, я ваш покорный слуга. Рекомендация. Глядя на этот полотенцесушитель, может показаться, что он, конечно, ну, это что-то недосягаемое. Уж больно круто. То есть, может быть, и досягаемый, но придется, конечно, тимите. Я вам сейчас расскажу, почему так кажется. Во-первых, форма. Форма. То есть, вот эти переходы, крепления, да, вот эти вот соединения. Они какие-то такие, не могут быть. Убрать их, обычная лесенка, и, если честно, довольно такая, ну, простая. Ну и, конечно, цвет. Цвет мы помним, да? Черный, матовый. Черный, матовый делает вообще все, к чему прикасается черный, матовый, превращается в что-то очень шикарное. И, конечно, я уже, как профессионал, я вижу, что это особый материал, что это медь. Я это уже вижу, я сразу... Все, это медь. А медь это у нас особый материал. Это материал, которому, в принципе, уже вообще все по плечу, все по барабану. Это сильный материал. Это не сталь. Сталь, да, но медь это. Но при этом, несмотря на то, что кажется, что это как-то, что это очень круто, это форма, цвет, да? Очень доступный полотенчик. Реально доступная модель. Настоятельно рекомендую.